Всем привет! У нас обзор товаров для нашего отдела. Здесь в основном кукольные наборы. Так, ну, в общем, не задерживать, чтобы не задерживать всех. Поехали. Так, набор для шитья куклы. Здесь в этой коробочке две куклы. Вики и Ники. Такие две подружки. В наборе входит все, кроме наполнителя. То есть все, чтобы создать для пошива одежды, волосы в комплекте, глазки, в общем, фурнитура. Все есть. Нужен только наполнитель. Дальше. Вот такой набор для того, чтобы сшить плюшевую игрушку, единорожку. Так, уровень сложности. Ну, вот так указан. Три. Какие игрушки бывают? Мишка, лисенок, Джой, бегемотик. У нас есть такой в отделе. Так, вот такой слоненок у нас тоже был, но я сейчас не знаю, есть ли он. Бегемотик недавно приходил. Так, высота игрушки 29 сантиметров. Дальше. Еще один большой набор. Ну как большой? Большая куколка. Тоже полностью в одежде. Не хочет фокусироваться. Эшли. Куколка называется Эшли. Это все от Art Узор фирмы. Ну, то же самое, как и в том наборе, где две куколки. В общем, все в комплекте. Только наполнитель потребуется. Так, чем занять детей? Создать мыло-мочалку из шерсти. Там кусочек мыла внутрь вкладывается. Занятие интересное. Возраст указан от 9 до 99. Ну, подразумевается, что с 9 лет самостоятельно могут уже этот наборчик использовать. Малышу, в принципе, тоже будет несложно под руководством взрослого. Так, дальше. Вот такой набор. Живопись с шерстью. Собачка Йорк. Сложность невысокая. Две звездочки. Так, дальше. Для тех, кто вот шьет таких куколок, но на одежду, например, не хочет тратиться, чтобы не покупать дорогой набор. Art Узор выпустил вот такие вот комплектики. Здесь только для пошива тела куколки. Куколка высотой 30 сантиметров. Вот такое вот. А все остальное уже сами. Ну, тут образцы куколок, которые есть в больших наборах. Так, дальше. Такие термонаклейки. Очень красивые личико куколки. И вот для аксессуаров разных. Это вот такой наборчик на одном листе. Так, набор конюшек тут для пэтчворка, мишки. Называется «Приключения на Крайнем Севере». Бирочку вложили. Ручная работа. Так, дальше. Это у нас повтор заказа. Так как, наверное, год мышки, то у нас это уже мы третий раз заказываем вот перед Новым годом. Всем нравится эта мышка. Мышка Майли. Игрушка-малышка. Игрушка-малютка, если правильно. Для серии вот этих вот игрушек есть вот такое продолжение. Мебель для таких кукол, для таких игрушек. Вот диванчик. Стильная гостиная для игрушки-малютки. Так, это все наборчики сделать нужно.
Там готового ничего нет, там только вот вложенные материалы для того, чтобы это создать. Так, стол для учебы. В общем, я не знаю, как это стол, но вот так написано. Конторка такая со стулом. Так, кухонька такая вот. Так, дальше. И вот такой кухонный шкаф. Все в таком старинном стиле. Красивом. Так, еще вот ванная комната. Тоже для игрушки-малютки. Так, дальше. Есть еще комната принцессы, называется. Тоже кукольная миниатюра. Размер небольшой совершенно. 14 на 14 на 18. Я, наверное, потом подробно открою вот этот вот наборчик. И покажу, что в нем внутри вложено. Так. Ну, в общем, всем пока. Не буду больше никого задерживать. Всем спасибо.